Хоккейный турнир на призы заслуженного мастера спорта Сергея Гусева пройдет во Дворце ледового спорта. За награды будут бороться спортсмены 2006 года рождения, представляющие команды «Спутник» Нижний Тагил, «Металлург» Серов, «Екатеринбургский автомобилист» и «Юность». Соревнования стартуют в субботу и завершатся во вторник. Уроженец Нижнего Тагила Сергей Гусев начинал карьеру в «Спутнике», выступал в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге.